Ну, не может так жизнь оборваться моментом. А вот так происходит невольно подчас, что пожары порой в развлекательных центрах. Зачастую народ погибает у нас. Ходим в эти мы центры, как ни в чем не бывало. Водим, чтобы порадовать наших детей. Мы не знаем о том, где конец, где начало. Жизнь свою уберечь от смертельных идей. Кого пламя застало, оборвав жизнь на свете, разве знали те люди, что случится беда? Взрослые и не знали, что погибнут их дети, и уже не воротишь жизнь людей никогда. Слезы скорби от боли, потерявшие близких, мы черпаем обиды, соболезнуем им от пожара до горя, поминая погибших. Там, где жизнь оборвалась, мы приносим цветы. Кто-то скажет: судьба, разве можно предвидеть? Разве можно предвидеть абсолютное все? Но такие трагедии можно все снизить, можно все же риск снизить, несмотря ни на что. Понимая, как жить хотим все подольше. Все мы просто живые, в нас живущая плоть. И счастливыми быть нам дано жизни больше. Правила все простые. Да храни всех!